Воскресный день для верующего человека не просто выходной. Несмотря на скопившиеся за неделю дела, он оставит их ради участия в воскресной божественной литургии, чтобы получить благословение на предстоящую череду трудовых будней. Благовещенцы знают, что воскресные архипастырские богослужения проходят в городском кафедральном соборе. И участвуя в них, они нередко становятся свидетелями новостей и перемен в духовной жизни Преамурья. Так, 5 ноября Преосвященнейший епископ Лукиан рукоположил водиаконы служителя Белогорского храма в честь иконы Скоропослушница подворья Свято-Троицкого мужского монастыря Андрея Бицуру. Как принято по церковному уставу, сначала посреди храма совершается рукоположение во чтеца. Чада, первая степень священства чтеца есть, подобает ибо тебе. На всякий день Божественное Писание прочитывайте, да слушающие зрящите создание приимут. Чтец, равно как и певец, и иподьякон, это младшая ступень священства. На церковнославянском звучит еще «священносец». До начала таинства Евхаристии церковнослужитель, знающий ход службы и ревнующий о пастырстве, по решению правящего архиерея рукополагается водиаконой. Повелите! Сегодня для Благовещенской епархии представляет большую ценность люди, преданные святой отеческой вере и готовые жертвовать личным покоем и комфортом ради звания служителя церкви и людям. Диакон Белогорского храма в честь иконы Скоропослушницы Андрей Бицура окончил заочное отделение Хабаровской духовной семинарии и определил свой жизненный выбор. Мы сегодня его положили в диакона, и в ближайшее время он станет священником нашей православной церкви на русской земле. Как никогда в сознании наших сограждан, соотечественников произошли большие изменения. Народ наш проснулся, а может быть встрепенулся, я бы так сказал. И вдруг всем захотелось веры, всем захотелось тепла, всем захотелось духовности. Я поздравляю вашу семью и вашу матушку, которая не только дала согласие, а вас поддерживает в вашем выборе и в вашем служении. Я искренне хочу пожелать, чтобы вы были добрым священнослужителем. Ваша задача будет искренне и просто. Говорить немного, но говорить то, что у вас на сердце, то, что вам подсказывает чистый разум. Я желаю вам помощи Божией в несении этого жизненного креста. И еще раз повторюсь, чтобы вы были добрым, хорошим пастором. Теперь в новом сане диакон Андрей Бицура несет и свои новые святые обязанности. Творит прошения, призывает народ к молитвам и возносит их к Богу. Еще один воскресный день, 12 ноября, объединил в молитве верующих в Благовещенском кафедральном соборе, где богослужение возглавил Преосвященнейший епископ Лукиан, как мудро звучит в переводе с греческого слова «литургия» – «общее дело». И, участвуя в богослужении, верующие объединяют свои молитвы за живых и ушедших, прошения за родную землю и всю страну, правителей твоего края и всего государства, святейшего патриарха, архиереев и все священство, за всех православных христиан. Сила общей молитвы, общего дела – это мощное оружие церкви и та благодать, которую можно получить только в храме, которую несет и читаемое в этот воскресный день Евангелие от Луки, 8 глава, где Христос показал свою власть над полчищем дьявола, изгнав его из бесноватого в стадо свиней. Как говорит блаженный Феофилакт, Христос не послал легион бесов в бездну, а оставил их на земле, чтобы люди через борьбу с ними являли искусство добродетелей. Этот удивительный рассказ о Даринском бесноватом, который запечатлен в Евангелии от Луки, свидетельствует уже больше 2000 лет
новозаветным христианам, верующим во Христа, Сына Божия, исповедующим евангельские, апостольские, вселенской церковью запечатленный символ веры, указывает на то, что в жизни людей есть такие страшные силы, которые некогда отпали от славы Божьей в силу гордости и злых своих настроений, и они делают все возможное. Любую утонченную пакость, не обязательно какие-то грубые беснования, которые мы привыкли из жития святых или даже священного писания. Они сегодня работают точно так же, как и человек, своим грешным умом и сердцем. И ловят человека сильнее, чем может он ухитриться, только ради того, чтобы погубить человека. Этот евангельский рассказ о Даринском бесноватом церковью каждый раз за богослужением прочитывается для того, чтобы мы хорошенько понимали, что в нашей жизни есть реальные силы зла. Христос – это полное сопротивление злу. И надмирно, не просто божественно, кто с трудом к этому поднимается своим сознанием и сердцем, а своим богочеловечеством. Своей человеческой стороной служения людям он указывает, как надо с этим бороться, как надо жить, как надо побеждать, стремиться, слышать, следовать, интересоваться, приближаться к тому, что преображает ум, сердце и душу человека. И на нашей грешной земле такими священными местами является храм Божий. Дом Божий, где особенно являет себя Бог во время таинств, священнейших богослужений и Слова Божия. Душеспасительная сила воскресной проповеди архипастыря напоминает нашей душе о торжестве Сына Божия над дьяволом и его полчищем, о том, что крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа держава дьявола окончательно разрушена, а сам князь тьмы соблюдается на суд великого дня. Поэтому так важно христианину осознавать всю цену искупления, совершенного тем, кого мы называем своим Спасителем и Господом. Возможность обучения священнослужителей амурских храмов в Хабаровской духовной семинарии, безусловно, является сегодня большим этапом становления дела религиозного образования Благовещенской епархии. Вновь в эти осенние месяцы наши батюшки-студенты заочного отделения Хабаровской духовной семинарии приехали в областной центр на третью сессию, готовились к преподаваемым дисциплинам, контрольным работам, зачетам. И надо сказать, что если прошлый год первые две сессии мы только в этот формат встраивались, привыкали к нему, адаптировались, то сегодня уже сознанием дела, не тратя время на раскачку, наши отцы и миряне, учащиеся на нашем курсе, приступили к обучению, и, в общем-то, учеба кипит. Задаются вопросы, отцы дискутируют на занятиях, бурно обсуждают заданные темы, и, в общем-то, мы видим, что работа наша идет и движется очень плодотворно. Уже ни одна сессия не обходится без проректора Хабаровской духовной семинарии иерея Дионисия Проскурина. В этом году прибыл еще один специалист семинарии – преподаватель догматического богословия иерей Андрей Дедук. Такие дисциплины, как философия, история Отечества и хоровое пение, ведут наши местные специалисты. Незадолго до моего приезда сюда мне как раз попал в руки такой исторический документ, свидетельство об окончании Благовещенской семинарии, дореволюционной. Вот, так что традиции тут есть, но, конечно, они были прерваны, вот, традиции обучения. Мы вот сейчас с Божьей помощью их восстанавливаем. Вот, и это требование, это уже давнее, это о том, чтобы все священнослужители имели духовное образование. Вот, и были объективные, субъективные различные причины. Но вот, слава Богу,
процесс сдвинулся до смертной точки, и в Благовещенской епархии началось обучение священнослужителей. Опыт такой выездной работы уже имеется в других епархиях, например, в Сахалинской. Результаты очень хорошие, причем батюшкам меньше проблем, включая затраты на дорогу. Дисциплины студенты прекрасно усваивают и в своем родном духовно-просветительском центре святителя Иннокентия Вениаминова. В этом году наши студенты начинают изучать углубленный курс литургики, и по этому поводу достаточно много возникает вопросов, много обсуждений, поскольку так сложилось, что на приходах постепенно складываются разные богослужебные обычаи. Вот. Но все-таки существуют каноны, и мы видим, что в ряде случаев есть отклонение от этих канонов, и очень интересно батюшкам узнать, как правильнее те или иные элементы богослужебные выполнять. Это, конечно, не имеет какого-то принципиального значения, да, но все-таки мы стремимся к совершенству, вот, и это очень полезная дисциплина, очень необходимая нашим студентам, несмотря на то, что у многих достаточно длительный, уже многолетний опыт богослужебной практики. Кроме священников, в духовной семинарии получают образование церковнослужители приходов области, ипподиаконы, диаконы, проявляя к учебному процессу большую серьезность. Догматическое богословие, мой любимый предмет. В первую очередь, это повышение для меня моих знаний о вере, о Боге, о церкви. Я считаю, что знание священника в будущем необходимо, потому что ему предстоит много общаться с людьми, и с верующими, и с неверующими, и с знающими, и с заблуждающимися, которых нужно наставлять. Ну а чтобы наставлять, нужно самому знать, о чем говорить. Ну и батюшки с многолетним стажем труда на амурских приходах проявляют жажду к знаниям, радуя своих научных наставников. Удивляют некоторые отцы, которые уже не молодые, но которые действительно демонстрируют очень такие глубокие знания. Начитанность, видно, что сами читают и знакомы с литературой богословской. Очень другой радостный момент. Все эти вопросы, которые мы изучаем, они тесно сопряжены с практикой. Да? То есть это не схоластика, да, которая оторвана от реальности, от жизни. Это все, что сугубо практически, да, нужно нашим священнослужителям в их пасторской деятельности. Сегодня никто уже не спорит, зачем каждому священнику быть образованным, и что наряду с преданностью делу служения людям он должен быть вооружен и знаниями. Разве не в пример тому наши русские святые? В первую очередь, святитель Иннокентий Вениаминов, всегда благословляющий нас с небес на благие дела, содействующие процветанию православия в родном крае.